Хей-хей, пацанчики и девчульки, сегодня мы играем в Farsa GTR. Что-то наподобие FNAFair'а, ну, это фанмейт. Короче, недавно тут произошел небольшой то ли баг, то ли что-то еще, что у всех где-то тысячи аккаунтов удалилось. В том числе и мой, я хотел снять это видео еще раньше. Ну, я недавно перезагрузил все, и теперь у меня есть кое-какие вещи. Так, у нас вот это обновление с медвежкой, с мишкой Фредди и с новым боссом Скоттом. Зачем этот босс, я не знаю. Реально, босс Скотт. Заходим сюда. И, как мы видим, тут нету набора с костюмом Фредди. Тут есть только приманка этого Фредди. Вы думаете, почему? Да, у меня было 5000 фасконцев на моем аккаунте. И они сюда перешли. Теперь у меня есть мангол. Я сюда хотел ее сюда. Ну, хотя бы в тухе получил ее. Фонтан Фокси. Ну, скин для Фредди на праздник. Один год вроде как в игре. Что-то так. И Кэнди. В этом сезоне будет. Я получил квизитла две приманки. Но сначала я подумал, вот это. Вот эта приманка. Я думал, что это приманка, типа, рандомная. Нет, это, оказывается, Скотт. Дальше у нас идет фасконцы. Мне как раз нужно 500 фасконцев, хотя бы на еще какую-нибудь приманку или костюм. Ну, я коплю, например, на Фредди или Фокси. Ну, хочу больше всего Бонни, потому что я его не мог ни в FNAFair'е, ни тут не смог поймать. Ладно, дальше идет тотем Бонни, зайчик. Тотем зайчик появлялся, как я помню, в Фредди Космосе 2. Я не могу показать скриншоты, хотя нет, могу. Хотя нет, потом покажу со всеми персонажами из игры Ultra Custom Night. Это скин на него в виде тортика. Дальше, видать, один из разработчиков, Адриан. Дальше идет батарея. Какая-то фигня, я не знаю, зачем она нужна, я вообще никогда им не пользовался. Опять приманка. Еще одна из разработчиков. Женщина. Наверное. Starlight. Звездный свет. Так переводится. Дальше 50 фасконцев, транспортир. Ой, транспортер. Приманка на костюм. Приманка для Гризму. И еще тоже какой-то разработчик. Черно-белая приманка. Черно-белая. Короче, просто значок. Остаток. Опять какие-то тем. Не знаю, как это переводится. Че, как говорится. Просто назову Фокси, один из разработчиков. Дальше остаток с монетками, причем одинаковым. Скин, Скотт. Еще какая-то фигня. Остаток. Еще тотем. Че, слишком много тотемов. Глич-хакер. Один из главных разработчиков, который до сих пор не изменили дизайн главной иконки игры, и он стоит в старом дизайне классического Бонни. Как я помню, мы недавно делали дизайн. Дальше 8-бит Баора. Опять фасконцы, скин. Опять Гризма, батарейка. Фасмонета 200, кстати, очень потом нравится. И самый последний
деревянный той Фредди. Вот так выглядит главная иконка. Happy birthday! В лучшей игре 1 год. Никаких у меня нету иконок. Да, у меня нет иконок. Только вот эту. Прикольная. Она мне что-то давка напоминает. Просто давайте посмотрим анимации персонажей. Вот будет анимация Мангл. В принципе, прикольно. Хватает Фокси. Он тут выходит. Странно, что у него цвета абсолютно разные на теле. Фредди, тупо. Взяли модельку Фредди, натыкали на нем всякой фигни. Как будто у него какая-то ветрянка. Конфета. То есть кот. То есть кэнди. То есть конфетка. Короче, по скэнди. Тверк от кота. Сейчас будет тверк от лиса. Кстати, у него лицо открылось. Нифига себе. Всем привет, мы с компанией Альфой. Как Мангл. Ой, книжка Фреда. Так, намечаем, что я буду покупать в следующем году. Точнее, когда заработаю хотя бы более 1000 фанскоинсов. Так. Почему Бонит в 90? Мне очень нравятся вот эти цены. Причем Крешина из как раз недавний, короче, босс это. Creation босс. Вот я хочу вот тотем босса поймать, ну блин. Он босс, а боссов никак не поймаешь нормально. Их можно только купить, значит. Но это видео очень маленькое, я хотел просто рассказать про проблему. Проблему Forsaken Tierra и показать то, что будет в следующих видосах. У меня, наверное, будет 2-3 видео про с поимкой персонажей. А может, я буду как Фокс и Анима, даже сделаю собственный полис по Forsaken Tierra. FNAF Air я не буду записывать, потому что там
новых ничего не выходит. Давайте проверим. У меня нет Forsaken Era. Вот тут. FNAF Era. Супки жаденький понос. Заходим сюда. Заходим. Сюда. Dark Deception демка? Ничего. Игра. Тут, по-моему, должны быть написаны обновления какое еще. Что нового? Нафига вы делаете обновление каких-то оптимизаций и ошибок? Делайте новых аниматроников. Вы нам уже как 2 года говорите, что вы добавите лефти. Forsaken Era уже на лефти скины начинает делать. Пока вы на одном месте топчетесь. Если доиграю, еще поспонсирую Дисней. Нормально. Я вам смотрите, сколько у него баллов. 3. А у ФНАФа легендарка 4,6. Little Nightmares, нифига себе. Кстати, Скотт проспонсировал одну из фанатских игр. И это, конечно же, Фламти 2. И 3. И 1. Скотт. Зачем ты перевыпустил игры, которых и так можно скачать в свободном доступе? А вот ты до сих пор не обновил FNAF World. Мог бы добавить на телефоны. Прикольно было бы. Или FNAF Space 2 тоже прикольно, потому что игра, в принципе, на телефон бы лучше выглядела. Или битэмап по FNAF, именно вот этот Free Range. Тоже круто было. Ну, Скотт топа. Все части. Я их скачал через интернет. И ни в одной не было багов. Это круто. И 3 фанатских игры. От одного создателя. Ну, не спрашивайте, откуда у меня тогда КНАФ, ТЭДЖОК, ФНАК. Ой, ФНАК и КНАФ. Вот, ФНИА. Я вот игру играл. Говно полное, ну ладно. FNAF Security Breach. Ну, это китайская пародия, окей. Finance Wheels 39. Кто не знает, это матершина игра по ФНАФу. Фня 3D, ФНАУ. Ну, все фанатские игры я скачиваю в Гинджоу. Гинджоу с помощью нашего любимого Нептуна. Ой, Нептуна этого. Как этого, чего это зовут? Ну, короче, сейчас покажу, как его зовут. Вот эту игру придется заходить, чтобы сказать его имя. У него на аватарке здесь какой-то то ли зеленый заяц, ой, то есть синий спрингтрап. Я не буду его видео показывать, потому что меня могут забанить за это. Хотя я уже несколько раз смотрел видосы, и меня не банили. Вот, например, 2 трейлера фанатских я смотрел, и оригинал, что не... Оригинал и фанмейд FNAF. В смысле? А. Вот. Лиц. Лид. Я пошел на одну звезду. Короче. Я смотрю тупо его видео, потом нахожу на GameJolt, скачу фанмейты. Скоро скачаю, ультра кастомайт, наверное.
которую через жопу нас как-то телепортировали на YouTube. Кстати, показать, как выглядит мой золотой Фредди. Ща покажу. Так, извиняюсь, что я зашел именно в фотографии. Или камеру, лучше сказать. Вот как у меня выглядят два золотых медведя. Это по ФНАФу 1, плюс ФНАФ АЭР, плюс ФНАФ Палец, плюс ФНАФ... Нахуй. Короче, ФНАФ фильм. У него нет уха и нет глаза. Кстати, у меня что-то камера ломается, потому что я рукой двигаю быстрее, она снимает как-то тупо. Ну реально, она не успевает за моими движениями. Ну короче, вот этот медведь. И вот этот медведь. А эта локация вообще в основном... Ой, испугался, блин, у меня FNAF AR скачался, я испугался. Это вообще локация совмещенная. Это FNAF 3 и FNAF 9. Причем тут все равно есть... Ой. Тихо. Ай да, пофиг, ловите доску, пацаны. Тут, короче, проводок торчит. Трубки для курения вейпов. Провода. Тут еще труба, из которой это говно течет. Тут вот этот проводок, по которому сюда идет электричка, от которой вот эти дауны питаются. Тут... Че? Тут говностул. Тут, короче, дерево. Ну, короче, это мультигольф плюс FNAF 3. Кстати, тут еще Ване написано. Всем Ване привет. Я сегодня, наверное, еще сниму видос про все персонажи из Гортанки, которых я переделал, и новых персонажей. Потом я сделал туториал, как их слепить. Я буду рисовать, как слепить. У меня, короче, осталось очень мало пластилина. Вот столько. Вон еще. И вон. И вот еще три коробки. Там тоже коробка. И вот эта коробка. Все, у меня пластилина нет. Я, наверное, перестану снимать рубрику. Ой, рубрику по лепке. Ну, короче, я это видео хотел ей сделать хотя бы... Не, 12-13 минут, она вышла на 20 минут. Давайте я чуть еще посижу с вами. 20 на 20. Кстати, интересный факт, у меня есть флаг. Ижевска. И флаг Русской Республики. Кто живет в Ижевске и Удмуртии, может... Могу сказать, когда я выхожу гулять в основном. Ну, кто живет именно в Ижевске из моих пацанов? Ну, из моего, в моем городе. Я живу тут, короче. Короче, я в основном гуляю с пацанами и со своими пацанами. Ну, многие знают этих пацанов. Типа Кириллочек, с которым я войну начал. Ярик, с которым у меня должен был быть коллаб. И, наверное, мы его все-таки снимем. Только это будет уже в следующем месяце, с 3 или 4, например. Ну, такие делаю небольшие сливы. Кто его любит сливы, ставьте лайк. Плиз. И подписывайтесь. Я хочу хотя бы 300 подписчиков. А потом шутка про... Тракториста будет не работать, потому что тот, кто будет это писать, я того или буду банить, или удалять такие комменты. Так что все со мной строго, и я баню людей.
Ну ладно, у меня осталось всего 2 минуты. Всем пока!